Всем привет! Мы наконец-то записываем ролик с нашим долгожданным розыгрышем, который мы объявили еще полтора месяца назад. Мы-то думали, что это все так быстро будет. В общем, мы объявили, что как только у нас наберется 1050, то мы разыграем сувениры. Мы все это время долго не могли набрать нужное количество. У нас были отписки. То, значит, подпишутся, то отпишутся. Вот. И, наконец-то, цифра вроде как стоит. Ну, даже если она вниз опять уйдет, ничего страшного. Девочки очень хотят розыгрыш сделать. У нас записалось 13 участников. Посмотрев, кто к нам записался, мы поняли, что одному каналу, если вдруг он выпадет в выигрыше, мы просто чисто материально не сможем переслать вот этот вот сувенир небольшой. Это канал Мегалос. Они очень активно нас смотрят, за что им большое спасибо. И мы придумали им утешительный приз. Думаю, что он равнозначен будет вот этому сувениру. Мы открыли Лере страничку на YouTube. Это обычный пользователь без канала. Она посмотрит 30 видео с комментариями и с лайками. Да, Лер? Угу. Да. А сейчас с оставшимися 12 участниками мы крутим рулеточку. Давай, Леру. Пока Лера включает, Вася покажет первый приз, который достанется. Поднимай, Вась, показывай. Вась, показывай. Покажи. Номер 4. Номер 4? Да. Кто там, Лер? Хэллоуин Найс Джи. Ага. Ясно. Если мы даже неправильно прочитали, то я знаю, чей это канал. Это канал мальчика. Петя. У него есть еще другой свой канал, который называется «Жизнь счастливого школьника». Петя, мы тебя поздравляем. Давай, Лер, следующего участника. Вась, покажи следующий приз. Это Royal 34. Угу. Так. Я не знаю даже, как правильно читается этот канал. В общем, связывайтесь со мной ВКонтакте. У вас есть наш номерок, который мы вам тоже говорили. Лера, еще раз, какой номер? Ты сейчас номер какой говорила? По тетрадке, по тетрадке. Royal 34, восьмой номер. Восьмой номер. Ты же не объявила, что восьмой. Так, восьмой номер. Давай третий. Девятый номер. Галина Кукушкина. Показывай. Угу. Так, и... еще один. Какой номерок выпал? Сейчас. Седьмой. А седьмой кто у нас? Трижды мама. Трижды мама. Покажи, что я попало. Я ждала, чтобы она выиграла. Ты ждала, да, чтобы она выиграла? Так Вася переживала. Так ей хочется, чтобы они выиграли. В общем, вот. Но так как здесь маленький приз, то мы сюда добавим еще, наверное, сладкий приз. Да, Васюш? Да. Да. В общем, мы всех поздравляем. Номерочки у вас есть. Слушайте вот это видео. Комментарии, конечно, будут отключены к видео, так как Василиса в кадре. И связывайтесь со мной в сети «Контакт». Укажите свой адрес, на который мы можем выслать вам призы. Спасибо за участие. Ждите от нас новый конкурс. Всем пока. Всем пока. Ставьте нам лайки и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан.